I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Я благодарю вас, господин председатель. Прежде всего, позвольте поприветствовать председателя Аджиуса и прокурора Брамерца. Мы внимательно изучили их доклады. Однако на сегодняшнем заседании мы будем говорить не столько о том, что написано в докладах, сколько о том, чего в них нет. Статус края Косово с момента принятия резолюции 1244 не изменился. Между тем, в докладах отсутствует сноска на этот счет при упоминании Косово. Просим внести соответствующую сноску и издать официальный корригендум к докладу. Следующее. Совет Безопасности в своей резолюции 2529 указал на необходимость обеспечения прав лиц, находящихся под стражей, включая право на медицинскую помощь. Между тем, из доклада мы не сможем узнать о том, как реализуются эти права. Особенную обеспокоенность вызывает состояние здоровья генерала Ратка Младича. Из прессы и выступлений представителей Сербии мы знаем, как адвокаты и члены семьи буквально борются за жизнь господина Младича. В то же время руководство механизма и судьи отметают все их ходатайства, как не отвечающие интересам правосудия. Чинят препятствия в доступе к медицинской информации. Медицинские заключения независимых врачей игнорируются. А сам подсудимый не имеет возможности реализовать свое право, предусмотренное правилом 48, правил содержания под стражей, а именно право на посещение врачей по своему выбору. А ведь речь идет не просто о состоянии здоровья обвиняемого. Вопрос в том, как долго Совет Безопасности может закрывать глаза на применение его вспомогательным органам методов бесчеловечного обращения. Неужели цель заключается в том, чтобы вынести любыми средствами окончательный обвинительный приговор очередному сербу, несмотря ни на какие стандарты в области прав человека и соображений гуманности? К сожалению, почти все приговоры в процессах, проведенных предшественником механизма МТБУ, да и самим механизмом, давно запрограммированы. Но давайте хотя бы сохранять достоинство и не нарушать прав заключенных. Мы раз за разом слышим уверения в том, что здоровью заключенных уделяется необходимое внимание. А Младич, дескать, вполне в состоянии предстать перед судом. Если это так, то в чем проблема с проведением его независимого медицинского освидетельствования до назначения судебных слушаний? Россия последовательно выступает за ускорение судебных процессов, но не такой же ценой. В этой связи показательным является несовпадающее мнение судьи Ниамбе к решению апелляционной палаты от 14 августа. Судья заявила, я прочитаю это в оригинале на английском, «I would thus vacate the appeal hearing as scheduled and adjourn the proceedings such that an international team of medical professional expert doctors can come to The Hague to examine Mr. Mladic at the medical facility for such amount of time and manner as is needed to reach a professional conclusion as to his medical and mental state so as to be able to generate a report and participate in a competency review hearing to determine his ability to meaningfully participate in further legal proceedings and give an assessment of his medical and mental state for purposes of establishing his fitness and capacity for legal proceedings. В этой связи мы настоятельно призываем руководство механизма допустить к Младичу независимых врачей, выбранных им самим для проведения полного осмотра и освидетельствования, в том числе на предмет сохранности когнитивных функций. Предшественник механизма МТБУ
имеет очень плохую репутацию по вопросу обеспечения прав и здоровья сербских обвиняемых и заключенных. 12 из них умерло во время процесса или при отбывании наказания. Рассчитываем, что механизм не станет наследником самых жестоких практик МТБУ. Я благодарю вас, господин председатель. I thank the representative of the Russian Federation.